Мама почему-то считает, что я уделяю слишком мало времени. Ну, может, вы еще и помиритесь. Если, конечно, ты помнишь, какой скоро будет день. Еще бы. В рамках этого уникального эксперимента мы хотим, чтобы жильцы нашего города посвятили хотя бы один день живому, не телефонному общению. Так вот, это все просто чушь собачья. Никита обожает теории заговоров. И тут он считал, что цель эксперимента не сблизить нас друг с другом, а в том, что мы после таких акций отказались от трубок и сами бы согласились на любые безрассудные способы связи. Нам всем в голову вживят сим-карты, и мы станем зомби. Это вполне может быть правдой. Чем ближе становилось это событие, тем забавнее было наблюдать, как люди борются за право общаться смс-ками, а не вживую. Нет, это не самое дорогое. И я уверен, мы проведем этот завтрашний день вместе.